чего ожидать по пути внутрь фабрики. Будьте осторожнее. Еще одно. Взрыв боеголовки может повлечь самые разнообразные последствия. Конкретнее. Вам может угрожать опасность заражения мутагеном. Примите меры предосторожности. Меры предосторожности? Не взрывай боеголовку, стоя рядом с ней? Надеть презерватив. Я не шучу. Вам надо отыскать на фабрике сыворотку, используемую как вакцину. У них должен быть ее запас. Давай подготовим ракету, а затем найдем сыворотку. Куда я попал? В кино про шпионов? Ребята, вы нас всех тут угробите. Ну так, Джек, приходится. Свои задницы. Я что, я не еду, что ли? Что за хрень, Вэл, подожди. Сначала ты. Ну ладно, хорошо. Это последнее. После этого мы валим отсюда. Вэл присмотрит за боеголовкой. Нам гости. Опа, они уже бегут к нам. Так, преодолели мы болотистые места, и впереди нас ждет огромная фабрика. Вот она как выглядит. На которую нам надо будет... Достань их! Где-то там установить боеголовку. Ничего себе у них броники. Пули из снайперки выдерживают. А в реальной жизни существуют такие бронежилеты? Кто знает, отпишитесь в комментах. Сейчас держись, у нас кто-то на хвосте. Постараюсь. Джек, осторожней! Да хватит орать, ты только меня сбиваешь. Вон там. Без сопливых вижу, где. Вон там. Где там, где сям. Так, видимо, тут надо расчистить путь. Молодец, девочка, спряталась за деревом. А я тут, понимаешь, один должен всех. Все это дерьмо выгребать. Так, как нам сообщил Дойл, надо чем-то предохраниться, что ли, чтобы не окочуриться. Ну, интересно, как от радиоядерной огроменной бомбы можно предохраниться. Только свалить на огромное расстояние, и все. Не знаю, какие они там меры еще не собираются. Черт, этот урод сейчас будет мне мозги каникулить. Отлично. Че ты едешь или че, или будешь там стоять? Или мне поехать? Да, представляю, что будет, если рванет эта бомбочка. Так, ну вроде чисто. Я так думаю. Надо, кстати, винтовку перезарядить. Она мне очень помогла. Где там Вэл, мать ее? Опять она там стоит. Я не знаю, штаны навалила. Нифига не едет. Не позвать ее ничего нельзя. Или она поедет, как я только доберусь до точки. Интересно, вот это же, наверное, можно было взорвать. Так, пойду боеприпасы подберу. А у меня они так полные. Нет, пойдем как цивилизованные люди в нормальную дверь они. В открытый. Ага, нормальная дверь не открывается. Чё она там едет? Нет, я что-то вообще ничего не понял. Валерий на подходе. Еще пару секунд. О, поехал. Так, это что за оружие? Новый, что ли, пулемет? Так, ну-ка, проверим. Да, точно. Вот у него такие же патроны, как у этого автомата. Странно, вмещает также 300. Я думал, он больше 500 или 600. Все, Джек, она здесь. Пускай здесь. Чё ты её так... Чё
что делать? Спускаться? Или сваливать, что ли? Или... Что-то я ничего не понял. А, вот же кнопка. Что-то я потерялся. Вообще как рванет. Интересно, а если в нее пострелять, что будет? Сейчас сохранение будет, я проэкспериментирую. Следующая дверь закрыта. Ты должен найти способ открыть ее и дать Вэл пройти в другой отсек. Ну что, будет сохранение? Я хочу проэкспериментировать, отлично. Ты ничего там не видишь? Начинается. Ничего я не вижу, ничего я не слышу. Что-то непонятно, завод какой-то. Эй, ты! Вон там! Нравится? Это ты! Нет, это не я. Кого, интересно, они хотели увидеть? Нифига их не наблюдаю там издалека. О! Бежит. Смелый, что ли? Работнику дали пистолет, сказали, иди стреляй. Он такой, вау, крутой, побежал. Сейчас я тут, мол, все вынесу. Проблема этого пулемета перезаряжается. Охренеешь, как долго. Что-то я не понял. Перезарядился, у меня опять 300 патронов. Воу, опять бегу. Что за чертовщина? Что-то я не пойму. А, вот он. Тень сбивает меня. А, ну чё, хорошо у пулемета. 300 максимум, еще плюс сотню. В отличие от той ружбайки. Но я думал, пулемет больше. Так, здесь ничего нет. Куда нам надо? Наверх или куда вообще? Чё, неужели нельзя было эту боеголовку тут рвануть? Обязательно её куда-то переть на 10 этаж. Надо было позвонить грузчикам какой-нибудь фирмы. Пусть они бы этим занялись. Вот, блин, на своих плечах тащить все эти радиоактивные бомбы, потом еще не иметь потомства. Смотри, Джек и Вэл, родятся у вас потом дети с двумя головами. Видел? Черт. Эти огромные павильоны мне тоже не особо впечатляют. Ты видел? Что за? Так. Куда он пропал? Да я здесь, я не уходил от вас. Хрень у тебя в штанах. Так, вот еще бегут мужики. В принципе, нечего тут так стоять. Действие моего ночного видения закончилось. А, быстрей! Ребята вообще умные, смотрю. Снизу стрелять ну никак. Пуля как будто не проходит. Да, ребят, интеллект вам еще далеко до моего человечего.
Так я вам скажу. А это он так завис. Красиво. Так, ну пока неплохо все продвигается у нас. Дело идет. Главное, чтобы что такое не напоролось. А, видимо, нам надо этот, что ли, там открыть дверь ей. С той стороны. Я так понимаю. Молодец, Джек, ты почти на месте. Я знаю, что я молодец. Я такой вот. Так, снайперка. У дробовика уже полный запас. Тоже бы хотелось потратить. Ну чё, где там Вэл? Едите её. Она вообще едет или чё? Вот она. Чувствую, скоро будет большой бум. Интересно, что если встать перед ней? Ну давай, разбирайся. Я не шарю в этом деле. Осталось последнее. Тебе нужно открыть дверь в камеру с мутагеном. С мутагеном? Ну ладно. Мутаген это жестко, поэтому это в следующей серии. Пока-пока.